Десногорские сотрудники полиции получили оперативную информацию о причастности местного жителя к краже велосипеда. Сыщики выяснили, что подозреваемый едет на похищенном транспортном средстве к месту его дальнейшего сбыта и незамедлительно прибыли по указанному адресу. Гражданина задержали, им оказался 48-летний местный житель. Выяснилось, что на территории Десногорска до этого момента мужчина похитил еще 3 велосипеда. В настоящее время все краденое изъято, возбуждено уголовное дело по факту кражи. Санкция данной статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.